Малейкина Галина Владимировна, заведующая городской модельной библиотекой номер 1 города Сорочинска, принимая участие в областной акции «Читаем пушкинские строки». Сегодня я вам прочту отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Скупой рыцарь». «Я царствую! Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава, в ней счастье, в ней честь моя и слава. Я царствую, но кто вослед за мной примет власть над нею? Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда, под эти мирные немые своды, с толпой ласкателей, придворных жадных, украв ключи у трупа моего. Он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит. Он расточит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми да груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило? Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла? Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются и мертвых высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал, о, если б из могилы прийти я мог сторожевою тенью, сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне».